Проект «Ямальский кросс» дает старт летнему сезону тренировок. За прошлый год участниками забегов стали более 700 человек. Самыми яркими событиями стали кросс по пересеченной местности на дороге в Октябрьский и забеги в Болгарии на международном форуме «Мы за мир во всем мире». Говоря языком статистики, стоит сказать, что в 2018-м было 24 забега. Самому взрослому участнику 56 лет. Самому юному всего 3 года. Мы приближаемся к главной цели – вовлечь в систематические занятия спортом как можно больше людей, с уверенностью говорит автор проекта Ольга Подковыркина. Конечно, в течение уже этого года, зимой, мы проводили несколько виртуальных забегов. Мы стимулировали по-всякому людей, чтобы они продолжали заниматься в спортивных залах на время прохладной погоды. Ну а сейчас мы видим, что солнышко наконец-то нас радует. Становится тепло, комфортно бегать на свежем воздухе. Первый живой забег 2019 пройдет 29 июня, в День молодежи, на стадионе «Арктика». Принять участие в нем смогут все желающие. Ну а для того, чтобы хорошо подготовиться, провести время с пользой и показать лучшие результаты на первом в этом году кроссе под открытым небом, «Ямальский кросс» запускает общегородские тренировки. Я с огромной радостью спешу пригласить всех жителей города Лабытнанги на массовую зарядку в рамках проекта «Ямальский кросс». Мы начинаем летний сезон, впереди много забегов, много медалей, много всяких разных вызовов. Ну а для того, чтобы всегда быть в форме, приходите на нашу еженедельную зарядку. Прекрасный фитнес-тренер Татьяна проведет это все здорово, весело и, главное, с пользой для здоровья. Первая тренировка пройдет уже завтра, 22 июня, в час дня. Одевайтесь комфортно, захватите воду и не забудьте хорошее настроение. Присоединяйтесь к «Ямальскому кроссу». Тимур Чижков, Сергей Антропов. Программа «Время местное».